Энтолома яркоокрашенная, данный экземпляр предпочитает произрастать небольшими группами среди лиственных деревьев. Плодоношение вступает в регионах с умеренным климатом с конца сентября до первых заморозков. После наступления морозов плодовое тело приобретает водянистую структуру и погибает. Энтолома яркоокрашенная, красивый гриб. Из-за синей шляпки и небесного пластинчатого слоя он на солнечных лучах светится и похож на неземное создание. Шляпка среднего размера, диаметром до 40 мм, покрыта фиолетовой кожицей с выраженными темными пятнами. В молодом возрасте она имеет полусферическую форму, по мере взросления распрямляется и становится более темной. Мякоть ломкая, источает неприятный аромат при раннем развитии и сладковатый по мере старения, вкус мыльный и неприятный. Данный представитель лесного царства считают несъедобным, из-за отталкивающего аромата, мыльного вкуса и жесткой волокнистой мякоти гриб в кулинарии не используют. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.